А рэп-баттл провели в Центре искусств. Раньше в этом здании находился клуб «Гагарин». Поэтому баттл организаторы решили назвать «Астронавты». Всего было 4 раунда. Старался как бы на оппонента направить больше. То есть как бы задеть его не особо старался как бы придерживаться темы, а старался пройтись по нему, так сказать. Участвовали в баттлах 16 рэперов. Многие участники очень достойно себя показали. И очень хороший уровень у многих. Это большой плюс, то, что поднимается уровень всего хип-хоп-движения в городе Дмитровграде. Победителем баттла стал рэпер Дони, он же Никита Кунгурцев. Юлия Лаптева, Анжелика Бровинок. Новости Дмитровграда.